пятницу в Самарской области облачно с прояснениями, без осадков, плюс 13, плюс 15 градусов днем, ночью 8-10, выше 0, ветер северный. 5-7, порывы до 16 метров в секунду. В Сызрани малооблачно. Днем плюс 15, ночью 10, выше 0, северный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти облачно. Днем плюс 14, ночью плюс 10, северный ветер 6 метров в секунду. В Самаре переменная облачность, днем плюс 13, ночью 8 градусов тепла, северный ветер 7 метров в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 45%, в геомагнитном поле небольшие возмущения.